По всему городу идут облавы. После вчерашнего народ запаниковал. Все будет хорошо. Мы почти на месте. Изъятие всех андроидов властями сразу повлекло за собой проблемы во многих сферах. Школы и больницы опустели. Ожидаются перебои с энергией, связью и водоснабжением. Но самое тревожное — наши вооруженные силы сократились сразу на 2/3. А давайте лучше музыку. Чуть дальше, в той стороне, будет грузовой корабль и Иерихон. Там надо найти Маркуса, он поможет. Последний автобус через границу уходит в полночь. Вы обязательно должны успеть. Здесь вам оставаться опасно. Тут немного, но хоть что-то. Мой брат живет в Онтарио, адрес я вам написала. Он спрячет вас, пока шум не уляжется. Ты очень храбрая девочка, Алиса. У тебя все получится. Спасибо вам за все, Роуз. Дай мне знать, когда доберетесь, ладно? Будьте осторожны. Идем, Алиса. Пора на автобус. Проблемы во многих сферах. Школы и больницы опустели. Ожидаются перебои с энергией, связью и водоснабжением. Но самое тревожное. Наши вооруженные силы сократили сразу на 2/3. Военные спецмодели были изъяты в первую очередь. Ситуация в стране очень неспокойная. Либо мы, либо они. Надо перебить мерзавцев, пока не перебили нас. Облили бензином и подожгли. Прям жуткие люди, я ж его к детям пустил. Они согнали полицию и всех перестреляли. Это чудовище! Просто чудовище! Как самочувствие? Мне жарко и почему-то холодно. Поищу этого Маркуса. Рейс через 2 часа на другом конце города. Но сначала нужны паспорта. Ты ведь подождешь? Жесткий и безжалостный ответ.
Ты Маркус? Со мной девочка. У нас 2 часа до автобуса через границу. Нам нужны паспорта. В городе комендантский час. Повсюду солдаты. Хватают всех андроидов и отправляют в лагеря. Может, вам лучше здесь переждать? Спасибо тебе. Но мы пойдем. Один из наших работал в Госдепартаменте. У него есть электронные паспорта, он сделает. Я ему сейчас скажу. Спасибо. Ты говоришь, с тобой девочка. Люди нас ненавидят. Зачем она тебе? Я нужна ей. А она мне. Куда уж проще. Изъятие всех андроидов властями сразу повлекло за собой проблемы во многих сферах. Школы и больницы опустили. Ожидаются перебои с энергией, связью и водоснабжением. Но самое тревожное – наше... Алиса? Нужна была мама. Тебе была нужна дочка. Вы помогли друг другу выжить. Да и велика ли, по сути, разница? Будешь любить ее меньше, зная, что она из наших? Возможно, это и значит быть живой. Забыть, кто ты есть, стать кем-то очень нужным для другого. Она любит тебя всего на свете. Она стала той, кого ты в ней видела. Из-за любви к тебе. Кэра, что-то случилось? У нас мало времени, надо торопиться. Последний автобус уходит через 20 минут. Как ты? Я очень замерзла.
Идем. Нечего тут делать. Согнись на колени! Что будем делать? Надо спешить, а то автобус уйдет. Держись рядом. Мы проскочим мимо них незаметно. Получится, я тебе обещаю. Не надо! Я ничего не сделал! Рот закрой! Много их еще? Ну, прямо как грызы. Изо всех щелей лезут. Не до утра же тут торчат. Уже ее все отморозят. Мы их, небось, месяц будем вылавливать. Зуб даю, и половины еще не нашли. Тут везде солдаты. Надо осторожней. Ну, шевелись! Быстро! Внутрь! Посмотри! Там Джерри! Им никак не помочь. Тут везде солдаты. Нельзя их бросать! Их же убьют! Ладно, пошли. Стой! Это ошибка. Я человек. Мне домой надо. Меня жена дожидается. У нас... Велено проверять все гражданские. Нет. Нет, не надо! Кэра, ты спасла нас. Мы навек обязаны. А где маленькая? Она здесь, рядом прячется. Бегите, а то заметит. Блокпост. У нас есть паспорта, должны сойти, но кто знает. Обойти можно? Если в обход, можем опоздать на автобус. Может, лучше не рисковать? Что бы ни случилось, не паникуем. Спокойствие. Документы. Сейчас комендантский час. Запрещено выходить на улицу без крайней необходимости. Куда идете?
Мы идем на автобус через границу. Хочу отвезти дочь в Канаду, пока все не успокоится. Ты как, маленькая? Она дрожит. Что с ней? Она не привыкла видеть военных. Немного напугана всем, что творится. Простите, мисс, нам приходится. Сами понимаете, кругом девианты, все на нервах. Идите скорее домой. Спасибо. Эй, погодите! Вы уронили. Спасибо. Пожалуйста. Автовокзал. Мы дошли, мы успели. Последний автобус в Канаду переполнен. Пассажиры допускаются по билетам. Далее автобусное сообщение временно прекращается. У нас нет билетов, нас не пустят. Мы тут застряли. Что теперь делать? Кажется, ты нравишься Оливеру. Дочка ваша? Да. Очень милая. Ну все. Бутеры я купил, маме позвонил. Побежали скорее на автобус. Билеты у тебя? Да, милый, у меня. Ага. Ну пошли. Непостижимо. Как это потерялись? Ты хорошо посмотрела? Они в рюкзаке были. Наверное, выпали как-то. Черт. Простите, вы не находили тут такой синий конверт? В нем были наши билеты. Ну ладно. На полу лежали. О, спасибо, спасибо, спасибо. Вы нас просто спасли. Прости, Алиса. Ничего, ты правильно сделала. Найдем другой способ. Стоп, проверка. Не шевелись. Адам! Кэра! Быстро! За мной! О, слава богу, вы живы! Как вы нас нашли? Знала, что будете здесь, если живы. Они собирают по домам всех андроидов. Мы бежали, пока нас никто не сдал. А где остальные? На границе всех проверяют. Но я нашла человека. Он по реке переправит. Опасно, но другого пути нет. Поедете с нами? Да, мы с вами. Залезайте.
вас кто-то видел? Нет, нет, вроде бы никто. Деньги принесли? Да. Да, вот. Короче, лодки вон там. Имейте в виду, там патрули береговой охраны. Пока не отойдете подальше, мотор не заводить. Ясно? За течением следите. Удачи. За нас не волнуйтесь. Справимся. Вы убили человека. Если бы не мама, я бы вас уже давно сдал. У нас не было выбора. Вы убили человека! Вы недостойны жить. До границы всего полмили, даже меньше. Много времени не займет. Только помните про береговую охрану. Спасибо вам, Роуз. Лучше б я сама вас перевезла, боязно мне вас тут оставлять. Ну, пока, Алиса. Вы там берегите себя. Ну все, на той стороне увидимся. Дай помогу. Уже далеко. Заведу мотор. Алиса, ты как? Когда мы попадем туда, я столько всего хочу сделать. Я хочу прочитать все книги на свете, играть на скрипке, танцевать. Мы ведь там сможем все, все, что хотим. Да, все будет можно. Мы будем как семья. А ты, Кэра, что ты будешь делать на той стороне? Что я буду? Я больше не хочу бояться. Хочу жить обычной жизнью. Быть счастливой.
Они ушли. Все в порядке. В лодке вода. Мы тяжелые. Мы тонем. Надо скорее перебраться на ту сторону. Давай, давай. Доберемся и будем свободны. Кэра, не надо. Не делай этого. Мы свободны, Алиса. Мы свободны. Алиса, проснись. Я тебя люблю.